А Настя где у нас? А Настя? А Светка? Тут просто вытаскивается ключ? Ну-ка. Нет, тут кнопка push есть. Кнопка, кнопка есть. Подожди. Где? Где? Вот она, кнопочка. Вот этот? Да, нажимайте. Ключ вытаскиваете. А как его? Просто на себя. Тут кнопка, ого. Тормоз нажмите. Туго. Что-то. Фу. Фу, иди отсюда. Фу. А что, это не работает, да? Ремень. А, вы не до конца. Ремень работает, Петь? Да. Уходи, не лезь. Что ты говоришь? Смотрите, дед. Подожди, так я туда сяду. Уйди. Ничего не видно. Фу. А? Что-то плохо заходит, да? Ладно. Ой. Что, надо было тоже газету поставить? Ну-ка. Смотрите, вставили ключ любой стороной, без разницы. Нажали, пошло это. Электрик. Да. Тормоз нажали. Все. Выключаете. Тормоз можете не нажимать. Просто раз. Музыка играет. Еще раз нажали. Выключили. А, туда его надо тыкнуть. Все. Вот он. Подогрев руля. Вот он. Его, когда нагрелся, выключайте обязательно, потому что спираль может перегореть. А, это кнопка. Да, подогрев руля. Что дальше? Да, что-то. Мультируль. Вот это называется мультируль. Звук. Плюс-минус. А, это радио? Да. Это диск сейчас в данный момент у вас играет. Угу. Диск Стас Михайлов. Хотите радио, нажимайте вот на эту кнопку. Нажали радио. Звук добавили. Не нравится волна. Нажимаете вниз. Другая волна. Другая волна. Другая волна. Вверх, вниз, как хотите. Вот. Угу. Все, ну в принципе такого ничего больше нет. Вот это. Это дворники. Омыватель. Омыватель фар. На себя. Все. Дождь пошел. Тут нету такого чик-чик. Просто он сенсорный. Как хочешь, короче, делаешь. Да. А, вверху чаще, не чаще. Я сам еще не разобрался. Вот так. Все. Это автомат. Если дождь пошел, он автоматом считает, что дождь. Боком. Идет. Вот тут. Вот бок. Это автомат, да. Ну вот он светится, автомат. Если мокрое стекло будет, он сам включит. Дальний пока не работает, потому что фары не, те, его надо 2 или 3 компьютера переписывать, перешивать под эти фары. Вот, и поэтому так вот. А аэрбаки тут тоже надо перешивать, я их вроде заглушил, но им показывают аэрбаки. Вот. Ну это ты сделаешь, бензин, да? Где? Бензин, вот он стрелка. Температуры стрелки здесь нету на этой машине. Почему? У нее лампочка загорится, если будет перегрев. А вот это бензин, да? Это бензин, да. Это экономайзер идет. Это вот, допустим, 4-6 литра на километр он будет расходовать. 4-6 да. Литра, вон там написано. 5,5 градусов на улице. 5,5 градусов. Время 18.47. Да. Вот этого бензина хватит на 194 километра. Пишет, да? Пишет, да. Ну вот в таком режиме, если ехать, на 194 километра хватит. Ну это потом завтра. Это. Короче, завтра вы на ней поедете, да? Ну не знаю, хотите, могу проверить еще дальше. Ну проверить. Тогда зеркало завтра еще. Да, заедет к ним, чтобы они уже